нажать кнопку. Так, зомбаков. Отлично. Так, вон дверь, которая открылась. Пока туда не пойдем. Готов. Отлично. Так, патроны-то летят, летят. Птичка. Одну оставим, может, чем-нибудь другим перемешаем. Работает система видеонаблюдения, ее установили совсем недавно. Отлично. Так, системный диск. Это системный диск, с помощью которого можно открыть виварий. Так, понятно. Карта завода. Николай? Какой этот Николай, блин? Уже здесь. Считываю еще устройство. Бомба здесь. Угу. А здесь мы вот спрыгнули вниз. Здесь был Немезис. Значит, возможно, где-то здесь мы пропустили документ. Ух ты, уже появилась тварь. Нет! Фу. Там еще одна. Давайте-ка. Просто бежим. Нет, нет, нет. Еще одна сейв-рум. Здесь беспорядочно сложены книги и дневники. Ключ комплекса. Так.
К нему прикреплена пластиковая карточка. Похоже, на ней нанесены какие-то специальные символы. Угу. Вот и пластиковая карточка, которую надо было ставить. Там, где мы решали головоломку. Так. Аптечку мы выбросим. Как раз у нас есть синяя трава. Красной-то нету. Нет. Отлично, хоть немножко аптечек понабирали. Потому что встречи с ними еще не закончены. Вот, наверное, собственный документ этот. Дневник управляющего. 25 апреля. Сегодня мне исполнилось 30 лет. В этот день я перевелся сюда. Я очень рад, ведь эта работа совершенно не похожа на ту жизнь, которую я вел в университете. 14 мая. Установка системы утилизации завершена. С помощью особого газа я могу разрушить клетки этих подопытных. Мы должны проверить работу системы, так как она еще не на 100% стабильна. 20 мая. Когда я проверял виварий, дверь захлопнулась, и я оказался заперт внутри. Кажется, когда ты заперт внутри, то не помогает даже карточка-ключ. 7 июня. Число подопытных, от которых нам нужно избавляться, растет. Система утилизации работает не очень хорошо. Сотрудники лаборатории не слушают моих советов, и это очень сильно раздражает меня. 16 июля. Мы не успеваем избавляться от всех трупов, и лекарство тоже не очень хорошо работает. 29 июля. Эффективность работы системы снижается, а число трупов, от которых мы должны избавляться, нет. Уровень зараженности вырос, и антитела не действуют на мутировавший вирус. Некоторые сотрудники заразились. Я продолжаю работать, но я всегда держу под рукой оружие. Не забыть оставить один патрон для себя. Мне хочется плакать. Я не хочу умереть здесь. Клянусь, я сойду с ума, если представлю в себе, какой мучительной будет смерть. Ну да, так и есть. Вот. У нас еще два осталось документа. Вторая пишущая машинка, понятно. Это понятно все. Давайте зайдем сюда, посмотрим. Так, синяя трава. Не будем брать ее. Так, что у нас? Газ. Управление питанием, система безопасности находится в ждущем режиме. Нажать кнопку. Система безопасности подана питание.
замок открылся. А. То бишь, мы бы так и так не попали бы туда, в ту дверь. Здесь есть считывающее устройство. Так. Могу использовать. Кажется, я понял. Надо ставить сначала там, а потом здесь. Давайте так и сделаем. Так, давайте-ка избавимся от него. Отлично. Здесь-то у нас ничего нет. Так, получается, там внизу, да? О, опять эти твари. Ну нафиг. Так, 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 так. Надо, ну. На. Так, он хоть не заразил, наверное. Так, ставим. Взять предмет ключ комплекса. Пластиковая карточка излучает. Это похоже на какой-то код. Излучает. Что она излучает? Так, вода капает, так ощущение, будто здесь ползает кто-то. Так, 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 так. Ребята. Хочу с ним связываться, честно, никакого желания нет. Но придется аптечку тратить. Сейчас возьмем, которую мы смешивали. С синей травой.
Достаточно пока будет. Так, я не понял. Считывающее устройство. Чё за фигня? Почему-то я думал, ключ сюда надо. Вот это да? Ладно, тогда идем. Ну а туда нам нужно будет оружие, потому что я, как по памяти помню, там будет Немезис. Где у нас? Вот. Ну, нож пока выложим. Большой холодильник, на нем следы когтей, что говорит о том, что кто-то пытался открыть его изнутри. Когтей. Лизуном попахивает. Ставьте системный диск. Операция продолжается. Необходима немедленная эвакуация. Старс. Дружище. А, застрял там. А, ты быстрее перезаряжай, давай. Вставай, вставай. Чтоб тебя.
перезарядочка. Отлично, кислотой тебе понравилось, да? Ты засранец. Оп. Оп. Ах ты, твой. Блин. Попал. Вставай. Ну, началось, а? Жесть какая-то, блин. Что, ничего не выпало, что ли, из него? Ну что за нафиг, а? Где там? Ключ-карта. Подходит для устройства считывания карточек. Считывающее устройство.